Итак, самый добрый день, вернее, самое доброе утро. Вот сижу, долбаюсь комментариями, которые были закрыты. Очень долгое время они были закрыты. YouTube почему-то не позволял, почему-то YouTube не открывал комментарии. У меня было более 2000 комментариев, которые я пыталась открыть, но они были закрыты. То есть я кликала, нет комментариев. А на самом деле они были, сейчас покажу. И вот теперь, чтобы открыть все эти комментарии, YouTube что-то сделал, но вот они не доделали до конца. То есть я могла бы, например, вот я их уже сколько пооткрывала, вот тут обычно кнопочка стоит, я могла бы нажать на кнопочку и открыть их всех. Нет, я пооткрывала несколько, а дальше надо только вручную. Вот их сколько там, несколько тысяч комментариев сейчас вот вручную делаю. Я, правда, даже их не читаю, сейчас я потом все прочту, потому что я не в состоянии буду все это прочитать, это невозможно просто. Вообще удивительно, конечно. Почему? Наверное, я знаю, что у многих такая проблема была. Вы открываете комментарии, пытаетесь прочесть, а пишется комментариев нет. И вот у меня с более 2000 комментариев таким образом зависло, и вот почему-то сейчас YouTube их открыл. Но открыл, по всей видимости, он хочет, чтобы я все их прочитала, но я физически не могу все их прочитать. Вот я сижу, щелкаю, как блошек щелкаю, вот так вот щелкаю, даже не читая, не смотря, открываю, позволяю. То есть не потому, что даже позволяю. У меня даже сейчас есть... Я в последних видео вообще поставила открытые комментарии для всех. И то они иногда не проходят. Не знаю почему. Вот их сколько. Не знаю, сколько у меня уйдет времени на то, чтобы все их открыть. Спасибо за приятный голос. Есть чем заняться, да, просто мне есть чем заняться, но все-таки это надо тоже сделать, потому что это раздражает немножко, потому что люди жалуются, я оставила комментарии, где он, а вот они где. И причем комментарии уже много, вот 8 месяцев назад, вот видно, вот 8 месяцев назад был комментарий, вот, и они только что, YouTube только что их открыл. Ну вот буквально вот вчера, позавчера я это заметила, но у меня не было времени сидеть, ковыряться с каждым комментарием, потому что это... ужасно неудобно. Краснодар, привет. И вот я сейчас должна сидеть. И нечаянно, кстати, я нечаянно нажимаю вместо одобрить, у меня нечаянно палец нажимает на удалить. И какие-то комментарии я случайно поудаляла. Я даже, кстати, их и не читаю, потому что я говорю, что я прочитаю. Жуковский, приветик, мой дорогой. Тимурчик всегда со мной, да. Тимурчик всегда со мной. А я не хочу удалять. Я их не хочу удалять, я их хочу выставить. Они просто были закрыты, они были нечитаемы. Они были нечитаемые вот 8 месяцев назад. Это я только начала. Там, видимо, будет еще и год назад, и 2 года назад. То есть YouTube какие-то комментарии почему-то... Новороссийский романный бред. YouTube какие-то комментарии почему-то вот... Причем у всех такое было. Я видела, девочки жаловались, выставляли видео на эту тему. И вот сейчас, слава богу, YouTube открыл комментарии, но он не позволяет их открыть сразу все. Чтобы нажать на кнопочку и открыть все. Нет, вот приходится каждый вот сидеть вот так вот и прошлепывать. Я уже потом, не знаю, прочитаю или не прочитаю. Навряд ли я все это буду читать, потому что это столько комментариев прочесть, это, конечно, двинуться можно мозгами. Я их просто все открываю. Но сейчас вот опять же вот они. Это еще комментарии под гей-парадом, но это было не так давно. Это было где-то год назад, наверное. Ну да, 8 месяцев, правильно, 8 месяцев. Привет Екатеринбургу. Оп. И случайно иногда нажимаю случайно на удалить. Стараюсь, конечно, не удалять. Что там, кто там пишет, не знаю, что там. Я просто, опять же говорю, я хочу все это открыть и потом на досуге все это почитать. Людочка, я с тобой. Ой, леди Джейн, спасибо. Жаркого Северодвинску привет громадный. И вот сейчас у меня все это, я не знаю, у меня уже рука, честно говоря, болит. Вот она... Я так нависла над компьютером, и уже рука болит. Ну что делать, надо это делать. Хорошо, я тренированная. Хорошо, я много плаваю. У меня... О, все. Все, так, показать еще. Ладно, идем дальше. Я покажу, что... Итак, спам. Вот в спаме у меня написано 107 комментариев. Вот сейчас откроется. Вот оно открылось. И вот здесь я могу, нажать вот эту кнопочку и открыть все их. То есть я их открываю... Разрешить. Вот я их открываю все. Я даже их не читаю. Они тоже давнишние. 2 месяца назад, вот 1 месяц назад. Разрешить. Не хочет разрешать. Все, ура, разрешили.
Возвращаемся. Возвращаемся сюда на комментарий. Осталось 599. Уже большую часть. Вот опять. Вот. Не удалось загрузить комментарии. А их вот 599 зависло опять же. Вот как их зависало. Несколько лет подряд их зависало, зависало, зависало. Ну давайте, открывайтесь. Вот, открылись. Открылись. Но вот тут уже вот этой пипочки нету, чтобы вот пипочка и приходит, и мне придется пройтись по каждому комментарию, опять же. Ой, что-то не туда нажала. Давай снова. Эта песня хороша, начинай сначала повторить. Ну только что вылезали. Вот они опять вылезли. Вот они вылезли, окошечка этого нет. И теперь мне снова нужно идти вот 8 месяцев назад опять же. И опять мне каждый комментарий нужно вот так кликать, чтобы разрешить. И их тут будет 599. И вот канал называется Флорида Ялта. Сейчас я открою панель управления. Сейчас я открою мой канал. Ой. Вот Флорида Ялта. Мой канал. Так. А как же? Всех просильщиков всех блокирую. Терпеть не могу слово «помогите, дайте». Это просто ужасно. «Помогите, дайте». Так, пошли дальше. Пошли дальше. Щелкать по... Сейчас я что-то читаю, что-то не успеваю прочитать. Боже, сколько скопилось комментариев. Но опять-таки, это не моя вина, это вина YouTube. Я не знаю, почему. Это не ерунда, это моя работа, это мое хобби. Я обожаю YouTube. Я без этого уже жить не могу, я уже все, addicted. Что-что? Джупитер, да. Джупитер я была в Джупитер, Джупитер Айленд. Там, кстати, есть великолепный пляж, каменный пляж. И там... Сейчас я смотрю и читаю, и одновременно все. Короче говоря, там есть пляж великолепный. Blowing Rock Preserve. Великолепное место. Там можно увидеть рыбок всех цветов радуги, которых вы не увидите просто в океане. Хотя тот же самый океан. Но там почему-то они живут. У меня там есть видео, я снимала. Там были черно-белые рыбки в горошек. Черно-белые в полосочку. Какие только. И фиолетовые с желтыми хвостами. Там такие рыбки. Да, двинуться можно. Что делать? Это работа. Это... А как же? Люди старались, люди писали, люди оставляли комментарии. Поэтому они достойны того, чтобы их прочитали. Я их обязательно тоже прочитаю, но не сегодня, не сейчас. Сегодня вечером я иду на 8 часов состоится вот это, как сказать, караоке. Караоке-представление. Там будут петь наши русские девочки, наверное, мальчики тоже. Так, у меня занятия очень много. Ой, Джупитер, Джупитер. Я сейчас найду, кстати. Я сейчас найду этот Джупитер. Я найду этот пляж. Это вообще сказка. Так, мой канал, менеджер видео здесь. Сейчас я найду. Blowing. Так, у меня английский, да. Blowing Rock. Вот он. Джупитер Айленд, вот он. Вот он. Пляжи, вообще пляж. Я не знаю, где рыбки. Рыбки где-то, у меня была подводная камера. Так, сегодня? Так. Сказать, это... не пером писать. Нет, это дальше, дальше. Ой, какая прелесть. Сюда надо приезжать. Ладно. Сюда нужно приезжать. Идем назад. Рыбки, рыбки. Где там были рыбки? Вообще потрясающий пляж. Он находится от меня где-то 150 миль от Орландо. Вот Blowing Rock Preserve. Очень это советую. Это мой любимый каменный пляж. Это остров Юпитер. А где же рыбки? Да я хорошая. Я хорошая, я пригожая. Ну где рыбки?
Ну, короче говоря, все. Вот такой шикарный пляж. Так, дальше. Пошли, пошли дальше. Пошли дальше одобрять комментарии. Хотя они не требуют одобрения. Они просто спрятались и скрылись где-то. А, так, 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 так. Не читаю, не читаю. Интересно, кому надо, тот посмотрит, да. Просто вот это Jupiter Island, вот это как раз таки и есть великолепнейший пляж. Я второго такого пляжа здесь во Флориде не видела. Я объехала, обрыскала все побережье Флориды с той, с другой стороны. Ничего подобного, кроме вот этого Jupiter Island, нет. Остров Юпитер. Но надо помнить, что там пляж закрывается, по-моему, в 4 вечера или в 5. Да, места замечательные. Получается, что вот эти вот камни, которые идут, из которых состоит вот это побережье, кусочек побережья, там хорошее место для рыбок, чтобы прятаться. Поэтому они там, по всей видимости, живут и размножаются. Вот такие цветные, цветные, просто яркие-яркие рыбки. Да, Jupiter Island, да, красивое название. Очень. У вас рассвет... А, у нас еще нет, у нас еще день деньской. Так что сегодня вечером иду на слушать наши русские голоса. Программа «Голос». Привет, девочка моя. Лорочка, привет, моя дорогая. Привет, моя... Я посмотрела видео, такая прикольная. Такая классная вообще, супер. Лорик, мы с тобой обязательно встретимся. Я приеду в Майами... Все-таки, наверное, 15-го, не знаю, 16-го еду. Если хочешь, пойдем со мной на программу, на эту «Голос». Они сказали, я могу с собой взять. Ну, я думала, Анечку с собой взять. Спрошу, если можно еще кого-то взять. Я у Ани собираюсь остановиться. Не, еще забираюсь, я у нее еще не спрашивала. У Ани в Майами. Я не буду петь, не-не. Какой петь? Если я начну петь, все собаки подохнут в округе. Не. Я пою только в машине, когда меня никто не слышит. И кайфую. Как люблю петь вообще. Как завидую людям, у кого есть. Буду ждать, куколка моя. Да-да-да. Мы с тобой встретимся обязательно. Так. Ну, давайте уже. Господи, как же. Приветик от Аллы. Аллочка, привет. А что за Аллочка? Когда этот ивент? Этот ивент сегодня. Сегодня в Орландо в 8 часов. И потом 15 июля уже будет заключительный, уже будет, сейчас отборочные туры идут, и уже будет заключительный с 5000 долларов получит человек, который победит, и я буду в жюри. Там будет 3 члена жюри, я буду третьим членом жюри в Майами. Так что большая, конечно, ответственность, я уже сейчас боюсь, чтобы никого не обидеть там или чтобы, не дай бог. Ну, то есть я должна буду выбирать. Ну, я считаю, что у меня хороший вкус на голоса. Я... Все, дальше. Показать еще. Смотрим, показать еще. Вот они лезут и лезут, и лезут, и лезут. Сколько? Вот 9 месяцев назад уже пошли. Вот они, 9 месяцев назад. А мне там пишет, что ты не пропускаешь комментарии. Это не я, это вопросы к YouTube. Я сейчас открыла все комментарии. Я комментарии абсолютно не удаляю. Все, пожалуйста, на просмотре. Пусть эти ругаются. Вообще ужасные, конечно, особенно русскоязычные женщины, которые вышли оттуда и живут здесь, в Америке. Ну, они, как говорят, колхоз можно выбить, а как говорят, женщину из колхоза вести можно, а колхоз и женщины. Также вот эти, которые пишут. Ну, я уже вычислила одну, я уже знаю одну. Это, оказывается, моя хорошая знакомая. Мы с ней перезванивались, она пишет мне такие гадости. Ну, это не собираюсь даже не звонить ей, вообще ничего, хай себе пишет. Если ей делать нечего, я говорю, я настолько как-то уже по-другому смотрю на все это, мне, если это им помогает, я как доктор, ну, ради бога, пусть они радуются жизни по-своему, пусть пишут гадости, если им легче, а мне хорошо, что им это помогает. Да, я буду в жюри, я сегодня не в жюри, сегодня нет, сегодня я просто как зритель, а 15 июля в Майами я буду членом жюри. Даже не знаю, кто там еще. Я сегодня с ребятами встречаюсь, сегодня мы с ними будем разговаривать на эту тему. Такие приятные ребята, но по телефону только вот, кто меня пригласил. Ой, все, я уже замучилась вот это выставлять, вот это замучилась, уже нет сил, честное слово.
Ручка сейчас уже. Буду снимать обязательно, но я буду снимать обязательно, но я буду, не знаю, как позволят ли песни выставить, но такое, конечно, надо выставить, потому что гордость за наши русские голоса, конечно, это есть талантливые люди. Я преклоняюсь перед талантливыми людьми, особенно те, кто поет. Сделайте перерывчик и дальше. Нет, я никогда не делаю перерыв. Я пока не закончу, я уже буду идти до последнего. Собаки лают, караван идет. Это уже, я говорю, что у меня совершенно другое сейчас отношение к этому, ко всему. Как-то я раньше так много времени на это тратила, что там злилась, что-то. Сейчас так. И жизнь стала совершенно другой. И качество жизни изменилось даже, честно. Так что... Ой, не, все. Все, я буду заканчивать, чтобы вас не мучить, потому что мне еще предстоит работа. Очень долгая работа, вот это все открывать, открывать, открывать. Вот. 10 месяцев назад я уже подошла. А это... Нет, нет, всем хорошим не будешь. На Ютубе я нормально зарабатываю, на Ютубе я не буду говорить. Я не буду говорить, чтобы не злить людей. Ну, это совсем не мой основной заработок, это так. Очень приятно, когда ты чем-то занимаешься, когда твои хобби приносят тебе деньги. Очень приятно. Целую. Лорочка, целую тебя тоже, моя дорогая. До встречи. Прив, бабуль. Я много раз рассказывала, что у меня как бы есть на что жить, поэтому я не страдаю. Ой, как обидно. Все же это надо пронести. Все же это надо прочитать. Но я же не могу все это прочитать. Зарабатывать. Ну, если я никогда в жизни ни у кого не спрашивала, как зарабатывать. Если вы спрашиваете, как зарабатывать, я могу точно вам сказать, вы никогда ничего не заработаете. Вы будете работать на дядю и все. Люди, которые умеют зарабатывать, я никогда не буду спрашивать, как заработать. Вот честно. Это мое твердое. Я не хочу никого обидеть. Ищите, пробуйте. Так. Ну давай, 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 давай. Давай. Давай, вот еще одну пропустила. Демоны какие-то, читай, какие-то демоны. Какие-то демоны. Нет, Сабольчик, сам был с Лешей. Ой, боже, какой у Леши голос. Я просто с него дурею. У Самвела очень красивый голос, но у Лёши совершенно другой и тоже потрясающий. Они выставили видео, они были на, по-моему, Новодевичье кладбище, они сейчас в Москве. И они пришли на могилу, не Эдуарда Хиля, нет. Ой, господи, как он, певец, боже, боже, забыла как. И вот там Лёша запела его песню. Это просто сказка, как у него голос. Да-да, Гуляев, Юрий Гуляев, да-да-да-да-да. У Лёши голос потрясающий. Да, смотрела, да, я все видео сам было смотрю, я все видео, у меня нет ни одного пропущенного видео, я даже некоторые по несколько раз смотрела, вот про ту женщину, когда он выпустил, я вчера, наверное, раз 10 посмотрела видео, просто ухахатывалась. Да, говорит, а воду в кране? Бесплатно? Такой шкодный. Все. Молодцы, ребята, что они сидят дома, есть свободный момент, есть какая-то свободная копеечка, поехали, поехали смотреть мир, умнички. Вот только так и надо жить. Надо обязательно, обязательно нужно путешествовать. Сидеть дома на заднице, это не знаю. Москва, конечно, красавица. Москва супер. Ну, что говорить. Ну, Москва всегда была красавица. Что там? Понятное дело. Так. Ой, ну сколько ж настратили комментариев. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, также ж трудно. Я надеюсь, что уже больше вот этого не будет у тех затурчиков, запурчиков. Это какой-то был запор у Ютуба. Я обожаю ваши видео. Спасибо большое. Питер тоже очень... Я нельзя сказать красивее. Это два абсолютно разных города. Как можно сравнивать Петербург и Москву? Абсолютно невозможно. Ну, абсолютно невозможно. Я поражаюсь людям, которые говорят красивее. Ну, Рим, сейчас скажите, Рим красивее или что-то. Рим по-своему красив, Петербург по-своему, Москва по-своему. Пекин по-своему. Как вообще, как можно сравнивать? Можно сравнивать два апельсина взять, сказать, вот два апельсина, один более сладкий, другой более кислый. Вот это сравнить можно. Но как можно сравнивать города, архитектуру, я не представляю себе.
Да, вот на Ютубе вот они не пробки, на Ютубе вот они запоры. Вот сколько лет стояли эти закрытые комментарии. Сегодня YouTube их открыл, но тоже через задницу открыл. Вот и Самвельчик появился. Вот и Самвельчик появился, и даже его комментарий был закрыт 10 месяцев назад. Ну, Самвел знает, у него такая же проблема, он тоже на YouTube, он знает, что... Теперь каждый надо открыть. Анечка, тебе дарь, моя куколка. Вот это... Анечка, Анюточка моя, я вот у нее буду проситься остаться у нее ночевать 15-го. Они меня тогда приютили. Еще не звонила ей. Но я тоже им сказала, будете в Орландо, я вас жду, я вам представлю свою квартиру, ну, свою спальню, буду он там на кухне спать. Потому что я такой человек, что я всегда рада отблагодарить. Наташу, которая живет в Калифорнии, муж миллиардер, я уже 5 раз писала. Натулечка, приезжай, дорогая, приезжай ко мне, насколько хочешь. Но я знаю, что больше, чем дней на 10 она не приедет. Перископ выкинул, еле подключилась, странно. Так, ну все, наверное, это заканчиваю с вами. И буду дальше продолжать. Ой, уже сколько бедные мои ручки. Хорошо, что такие сильные, крепкие. Спиритизмом я увлекалась. Нет, давно не увлекаюсь. Давно я увлекалась, и до сих пор мне эта тема нравится. Но давно этого не делала и, наверное, уже делать не буду. Не хочу. Зачем? Зачем, когда все прекрасно? Спиритизм — это когда, ну, когда хотелось там, допустим, выйти замуж, там, или когда хотелось там, какие-то вопросы были к будущему. Сейчас у меня настолько все прекрасно, что я не хочу задавать никаких вопросов. И дай бог, чтобы вот такое состояние, как сейчас, чтобы оно было всегда. Лучшего не надо, честно. Потому что так хорошо, как сейчас, лучшего просто не надо. Я же не представляю, что может быть лучше, чем сейчас. Какая жизнь может быть лучше, чем сейчас? Почему-то перископ так греет... Канал называется «Флорида Ялта». Почему перископ так греет телефон? Вот держу в руке, а уже... Мой канал. Ну давай, открывайся. Вот он, мой канал. «Флорида Ялта». Очень греется, да, сильно. Что-то надо им там менять. Так, 11 месяцев. Уже пошли 11 месяцев назад. Вот открылись видео. Уже и тема забыта. А только-только выходят комментарии. Ну, что делать? Лучше поздно, чем никогда. А, от количества теплых сердечек. Спасибо большое за сердечки. Спасибо, мои хорошенькие. Спасибо громадное. Телефон сковорода. Точно, сейчас надо яичницу поджарить на телефоне. Попробовать. У всех, наверное, греет перископ. Да, он какой-то, что-то там они не доделали. Да, комментарий. Так это старые комментарии, которые... Их было 2 с лишним тысячи комментариев, от которых мне сейчас надо... Каждый надо вручную. Вот нечаянно только что удалила комментарий. Нажала немножко правее и это. Почему не открывать старые комменты? Нет, надо. Ну почему люди писали? Ну как же? Люди писались, люди старались, а как же? Нет, надо обязательно. Я вон кликнула, и все, человек сидел, думал, писал, вкладывал сюда какие-то свои мысли, эмоции. И даже если хейтеры писали, ну и бог с ними, они все равно писали, они все равно что-то хотели донести. Загорелся телефон от перегрева? Ну, может быть. Вон сколько люди писали, это ж везде ж вложена душа. Ой, много осталось, еще много осталось. Было 500 с чем-то там сейчас. Не знаю, сейчас. Вот это закончу, посмотрю, вернусь назад на страничку. Думал гадость написать, а не удалить. Не поняла. А мне позвонил Ники. Ники мой мальчик, который жил у меня. Он совсем малышом, мы взяли его с Дугласом. Он в школе учился, в 9 классе. Его родители привезли, и мы его взяли, он жил у нас где-то с полгода, наверное. Мама Саша у него в Майами еще живет, у меня там с ними видео есть. А потом уже и родители переехали, сейчас они в Майами, как я уже сказала. Никусик мне позвонил, говорит, мне позвонили, я познакомился с людьми, вот этот голос и все это прочее. А потом я с этими ребятами из голоса, мы уже когда созвонились, когда Ники дал ему телефон, мы созвонились, они говорят, дело в том, что мы все постоянно смотрим ваши видео и встретили Ники в Майами, так обрадовались. И стали с Ники, ну, познакомились с Ники и попросили ваш номер телефона, чтобы пригласить вас.
Вот так вот. Мир тесен. Люблю. Это собачка у меня Ники, а это мальчик еще был Ники. И когда они из Москвы были, и когда там я кричала «Ники!», бежал Ники, бежала собака Ники. Так что Никусик, конечно, такой красавчик стал, мальчишка вообще потрясающий. У меня есть там много видео Ники и Саша. Мама у него Саша. Классная история, да. И Никусик мне пишет сообщение, как дела, там тра-ля-ля, вас там кто-то хочет, там связаться, телефон там ли можно дать, или как. Говорю, да, конечно. С любовью из Минска. С любовью в Минск. Ой, сколько же у вас этих комментариев. Вот уже показать, вот еще, показать еще. Фух, сейчас я вернусь назад, посмотрю, сколько. А так, вот теперь еще осталось 83 комментария на спаме. Сейчас посмотрим. 85 уже осталось на спаме. Опять. Что ж, почему только одно? И вот тут я могу нажать вот сюда на это и разрешить. И показать еще. Вот сейчас показать еще. И вот этого окошечка, вот оно есть, слава богу, есть это окошечко. Можно сразу все разрешить. Я даже их не читаю. Все разрешаю. Давайте, давайте. Не хочет. Все, ушли. Осталось 599. Опять осталось 599. Вот я их открывала, открывала. Открывала, открывала. Их все равно 599 осталось. Сколько же их там было? Вот они опять открылись. А вот этого окошечка нет. И теперь снова надо. И вот теперь снова надо. Каждая пройтись. На что делать? Год назад, вот уже год назад, вот Самвел писал. И вот Самвел тоже не прошел. Фух. Ну давайте, давайте. О, Америка. Тьфу. Тьфу. Тьфу так, тьфу. Не всем даже нравится Америка. Я говорю только то, что нравится мне. Я говорю свои мысли, свои чувства, как я безумно, бесконечно счастлива вообще. Громадное спасибо Дугласу моему, что он на мне женился, что он меня нашел, что он на мне женился. Какое счастье, что я попала сюда. Я могла бы ведь прожить жизнь и не знать, что есть вот такая страна, и как бы сказать, и жила бы там, вот в том качестве. Нет, это у меня по-другому. Я только что показала, у меня по-другому. Я обожаю Америку благодаря тебе. А я не зову кого-то, я не зову всех любить Америку. Я просто показываю. Я просто показываю, когда я нахожу что-то очень невероятное, красивое, что-то, я говорю, боже мой, посмотрите, какая есть красота на земле. Посмотрите, такой бабочки никогда в жизни не видела, например. То же самое я говорю про Америку. Боже мой, я никогда подумать бы не могла, что есть такая страна, в которой вот такая вот жизнь. Я просто восхищаюсь, я просто восторгаюсь этой страной, и я никого не заставляю там любить ее. Правильно делаешь. Спасибо большое. То есть я просто высказываю свое мнение. А там уже, и опять же, я говорю о том, что есть люди смелые, есть люди, которые, например, хотят изменить свою жизнь. Ну, и опять же говорю, если вы выжили там, вы сможете выжить здесь 100%. Поэтому вот чем вот там вот сидеть, как я, те, кто хочет переехать, те, кто хочет поменять свою жизнь и жить в нормальной стране, чтобы дети жили в нормальной стране, где уважают людей, где законы для людей. Большой горячий привет от Ирины. Ириночка, привет тебе тоже большой. Люди хотят, но, может быть, немножко боятся, как бы там, боятся там того-то, того-то. Я просто подстегиваю, бояться не надо. Хуже не будет. Хуже, чем, если там, например, плохо, то хуже, чем там не будет. Мне тут многие пишут, вот, мы так хорошо живем в России. Да живите на здоровье, только счастливо. Живите, если вам прекрасно жить в России, в Украине, там, живите на здоровье, радуйтесь. Если у вас все хорошо, у вас есть хорошая квартира, у вас есть там все прочее, у вас есть деньги, там, у вас есть все для проживания, ваши родители там, как сказать, обеспеченные, вы можете помогать и родителям, и все прочее. Конечно, живите, ради Бога. Кто спорит? Есть люди, которые живут в селах, у них там собственный дом, хозяйство. Почему нет? Пусть живут на здоровье. Но если есть люди, которым там уже не в моготу жить, почему бы им не поменять место жизни и не попасть в такую страну? Мир прекрасен. Спасибо. Мир прекрасен. Хорошо написано в глазах хорошего человека, и в глазах мерзкого он мерзок. Да-да-да.
Есть такие люди, но, к сожалению, не все мы одинаковые. Даже вот в ульях рождаются трутни и рабочие пчелы, поэтому это природа, никуда не денешься. Вот человек, Бог меня сделал вот такой, я пришла на землю, радуюсь, восхищаюсь каждому цветочку, каждому облачку и радуюсь жизни, понимаю, что жизнь, она не бесконечная, понимаю, что рано или поздно жизнь закончится. И я пытаюсь не терять там какие-то часы, какие-то минутки, какие-то дни на какую-то ерунду, там, на какие-то страхи, на что-то. Я пытаюсь свою жизнь заполнить какой-то радостью, красотой, чтобы кайфовать об этом, чтобы вспоминать, чтобы было воспоминание, когда уже рано или поздно наверняка человек будет, ну, как бы, все мы старимся, и мы все живем воспоминаниями. Поэтому тратить свою жизнь там, на какие-то разборки, там, на что-то, это, ну, это не знаю, это, ну, несчастные люди. Я так думаю, что несчастные люди. Это мое мнение, что они, может быть, они счастливы по-своему. Кто его знает? Спасибо большое. Наоборот, разбанивают. Мы восхищаемся вместе с вами. Спасибо за это. Вам, пожалуйста, вам спасибо за это тоже. Опять-таки, я никого не насилую, я никому не говорю, вы там дед, вы там. Ради Бога, если вам хорошо там, я была абсолютно счастлива в Ялте. Я жила абсолютно. Я каждое утро просыпалась, видела эти заснеженные горы зимой, либо там мне сразу окна выходили на горы. Боже мой, это пляж, это все. Думаю, Господи, в каком районе я родилась? Я сама себе говорила, да никогда в жизни, что бы мне ни предложили, я никогда в жизни из Ялты не перееду. Никуда, никогда. Это просто, это было, ну, в такой красоте меня Бог родил, поселил. Это вообще такая благодарность была. А потом оказалось, что я переехала сюда, и отсюда я тоже говорю, Господи, какое счастье, что я переехала. При всем при том, что такая красивая Ялта, но политическая ситуация, конечно, ужасная была, во всяком случае, тогда. Поэтому что говорить? Без бумажки ты какашка или букашка? Еще не букашка, а какашка, и все это прочее вместе взято. Ну, что говорить? Я не собираюсь на танцы, нет. Я только на голос сегодня иду. Все, давайте я буду прекращать. Я уже посижу, доделаю вот эти все комментарии, открою. И посмотрим. Все. Все. Когда смотрю вас, нахожусь там всей своей клеточкой. Да многие мне такое пишут. Я не люблю зиму. Я тоже... Нет, я хочу сказать, я очень люблю снег. Иногда смотришь, как, вспоминаешь, как снег похрустывает. Какая сказка. Здорово, конечно. Но этого снега мне хватило бы там на час, на два. Больше мне не надо. Ну, а честно говоря, если нет снега, я могу без него прожить. Поэтому... Все, пока-пока, ребятки. Все. Я особо ни с кем не встречаюсь, потому что... Ну, пишите мне на Facebook, либо куда-то ваш номер телефона, я позвоню. Вы наша гордость. Спасибо, вы моя гордость тоже. Все, обнимаю. Я вас тоже всех обнимаю, целую. Все, пока-пока. Вас любят много ваших подписчиков. Ну, зачем вы врали, что идите, ну, давай поженимся? Ну, какой, ну, какая ты, ну, как сказать, бедная ты девочка, моя ласточка. Я никогда никому не вру. Вот Бог судья. Если я соврала, пусть меня сейчас паралич разобьет. Я действительно собиралась ехать. Я могу даже письмо показать. Не сейчас. Покажу сейчас письмо. Пока мы посмотрим, давай поженимся, я покажу письмо. Тра-ля-ля, чтобы уже закрыть эту тему раз и навсегда. Любят меня подписчики. Меня подписчики любят, они меня любят. Даже если бы я обманула, они бы меня все равно любили. Но я не обманывала, какой смысл мне обманывать? Я уже могу показать, потому что тогда как-то мне было неудобно показывать. Почему не? Сейчас я покажу письмо. Я купила билеты. Сейчас на русский язык. Лебедева. Вот Надежда Лебедева. Надежда Лебедева, она... Вот она. Вот она, Надежда Лебедева. Она на Первом канале «Давай поженимся». Она редактор. Вот она пишет. У меня очень-очень плохие новости. Вот. Вот она. У меня очень плохие новости. Простите, что так... У нас отменяется весь съемочный пул из-за приезда Медведева в Останкино. Об этом сообщают заранее, поэтому мы никак не могли... Не сообщают заранее. Мы не могли предугадать его визит. Будет приостановлена работа всех студий, в том числе наших, в целях безопасности нашего премьера.
Я понимаю, что сейчас вы на всех нас возненавидите, но я совершенно бессильна в этой ситуации. А за что ненавидеть? Глупости какие. А за что ненавидеть? Можете позвонить? Вот она. Вот она, Первый канал. Надежда Лебедева. Позвоните ей, Надечке. А я, кстати, купила ей подарок, Наде. И после этого я говорю, Надюша, ну если я не приеду, дай мне твой адрес. Она мне дала адрес, я отправила ей подарок. Сори, пожалуйста, а что? Нет, смысл мне врать? Вот скажите, какой мне смысл врать? Вот мы переписывались по визе, мы переписывали, что вот сколько, что я уже купила билеты. Я отправила ей билеты, вон сколько. У нас было переписок, все, я отправила кучу фотографий ей, все. Все. Вот я отправила ей подарок, который... Все. Поэтому угомонитесь уже, ради Бога. Я никогда в жизни никого не обманывала. А смысл мне обманывать? Зачем обманывать? Я не собираюсь. Самое страшное, когда самое страшное оправдываться. Я не оправдываюсь. Я бы тогда показала Наде на письмо, но как-то тогда как-то было немножко все, ну как бы по-больному. Думаю, там вдруг она пострадает, либо как-то. Потом мы с ней созванивались. У меня есть ее, она на Вайбере. Она говорит, ради Бога, показывайте. Ну как-то, я говорю, Надь, можно показать? Она говорит, ради Бога, показывайте. Ну как-то мне... Я забывала об этом, и поэтому... Ну, сейчас, коли же об этом кто-то вспомнил, я просто показала. Так что... Я действительно собиралась ехать, я отправляла ей все свои билеты. Сейчас я покажу, где билеты. Новости, плохие новости. Высылаю вам приглашение. Они мне прислали приглашение на английском языке. Я говорю, зачем вы мне пришлите приглашение на русском языке? Потому что я же в русское шла в этот. Вот я взяла билеты. Вот мои билеты. Вот они мои билеты, которые я купила. Я потратила $821 на билеты. Мне деньги так и не вернулись. Вот я должна была в Москву вылетать. Орландо, Нью-Йорк. Потом Нью-Йорк, Москва. Это было какое число? Это было 8 марта. С 8 по 15 марта. Я отправила ей билеты, я отправила ей гостиницу. Жаль, что не получилось. Да, жаль, конечно. Ну, а что делать? Вот виза на Россию. Очень долго с этой визой мы с ней переписывалась. Вот я отправляла ей мои видео. Она говорит, отправьте мне какие-то видео, когда она... Так. Посольство в США. Вот. Я вообще ничего не знала о том, что визу надо в Россию брать. То есть я вообще об этом даже ничего не знала. Ну, уже стала туда собираться, накупила вещей, купила, оплатила гостиницу, все пропало. Спасибо. Антончик, это ты? Спасибо. Все, я вас всех люблю, целую, будьте счастливы, все. Пока-пока. Ничего страшного. Я потеряла около $2000, но это не страшно, ничего страшного. Да, Антон, ага. Да, Самвельчик сейчас в Москве, да. Накрылась медным тазом, у меня есть видео, Москва накрылась медным тазом. Ничего страшного. Надя писала, что я... Сейчас не буду уже искать, ладно, письмо, что мы вас пригласим, там, когда будет, там, когда... Ну, я уже не поеду, если честно. Все. Я не хочу снова рисковать деньгами, потом я просто уже не хочу ехать, нет. Завтра приеду до Путина или еще кто-то, и опять все это отменится. Но Надежда, живой человек, можете ей позвонить. Все, пока-пока. И там, кстати, парень есть, который снимает, режиссер, который снимает. Он тоже тут у него там в перископе спрашивал. Он говорит, да, она собиралась приехать. Так что... Это люди брехуны, которые сами обманывают. Они думают, что все обманывают. Я, например, никогда не обманываю. И я никогда не заподозрю человека в обмане, потому что я сама никогда не обманываю. Все, пока.